Всем привет! Идем покупать подушечку. Костя, ты где? Какой у нас торговый центр? Сити-центр. Двухэтажный. Много интересных магазинов. Вот это Костин любимый магазин. Будинок игрышек. Такая вот у нас морская тематика. Такие красивые кораблики. Сейчас пойдем в магазин Люск. Посмотрим, что там есть для дома. Нам нужна подушечка. Магазин детской обуви. Очень классный. Здесь мы уже были в акварели. А теперь мы пойдем в Юск. Там есть много всего для дома интересного. Всякие предметы интерьера, мебель. Такой большой магазин. Сейчас покажем, что мы здесь интересного увидели. Вот на входе уже вот такие вот замечательные цветочки, диванчики. Много очень столов. Вот обожаю всякие такие цветочки. Класс. Вазочки. Какая красота, девочки. Вот так вот организовать свой рабочий стол. Вообще замечательно. Эти все мелочи, они на первый взгляд кажутся мелочами. Смотрите, штучные рослины. Это значит, искусственные цветы, но такие неинтересные. О, даже смотрите. Они не настоящие кактусики. Ну вот как будто настоящие. Такой. Полочка такая, стеллажик. Разные такие, ты видишь? Интересно даже ребенку. Ага, вот подушечки нам нужны. Ну вот подушечка нам нужна 70 на 70, а здесь я вижу подушечки только 50 на 70. Куперо. Такая интересная подушечка. Но она не тот имеет размер, какой нам нужен. Нам надо 70 на 70, Костя, с тобой. А ну вот смотрим здесь. 70 на 70. Это обычные. Обычные подушечки. А ну-ка, 200 гривен. Ага, не тот размер. 50 на 70, 50 на 70. Тоже 50 на 70. У меня все наволочки и комплекты 70 на 70. Очень много разных одеял. Ковдра с штучным наполнивателем 749 гривен. Нету таких подушек, как мне надо. Придется идти на базар.
50, 150 на 70. Это что, вовна? Базик. Это подушка, которая запоминает все твои параметры. Это тоже такая подушечка. Это такой валик под голову. Вот он, вот он. Вот такой вот интересный валик. Вот он стоит 550 гривен. Да? Прикольный. Не, можно, если ты закрываешь. Угу. Классные. Вот по 600 гривен вот такие вот интересные вот такой вот подушечки. Валик. Да, тебе понравился, да? Угу. Мне не нужно. Ну, все подушки сейчас делают 50 на 70. Что ты будешь делать? Все 50 на 70. Такой огромный выбор. И ни одного варианта 70 на 70. Надо переходить на новый, ребята, формат подушек. Вот такие вот. 250 гривен. 70 на 80. Такая красивая. 250 гривен. Это 10 долларов. Ну, нету. 70 на 70. А ну. Наволочки такие по 75 гривен. Разные. Так что-то они гамузом у них лежат. Это простирадло, это покрывалец. Тут разные коврики. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас вот такие наборчики катоновые. Тоже я люблю. Но тут только, по-моему, идет пододеяльник и подушка. Классно. Такая цветовая гамма, я очень люблю. Цены хорошие. 600. Вот вообще есть по 350 гривен. 140 на 200. Что вам еще показать интересное? О, вот такие детские. Класс. Свинка Пеппа. Такие наборчики. Так. Угу. Так, а нету того, чего мы ищем, нету. Вот еще катоновые наборчики. Со скидкой даже есть. Такие цены. Есть скидки хорошие. Обожаю этот магазин, ребята, обожаю. Подушечки разные. Покрывальца. Пледики. Ой, такой пушистик, классно. Плед Крокус. Такой мягенький-мягенький. 500 гривен. О, вот это то, что мне надо. Смотри, Костя, на стульчики вот эти вот штучки. Да. Нет, только я не... Ну, должно подойти на наш стул. Надо парочку взять. Возьмем же? Сейчас будем, да, сейчас, наверное, возьмем. Мы только выберем. Вот есть... Так, а это что? Это такой плотноватый. Футон называется. Такая подушечка, она привязывается и будет на стульчике мягенько сидеть. Только один вариант. А вот есть еще один вариант, возможно, даже этот получше. А ну-ка, по цвету. Мне нравится вот этот. Тебе какой нравится, вот этот? Да, вот этот. Да? Да. А, вот такой, да? Да. Таких парочку возьмем, привяжем за стульчики, будет такая новая сидушечка. Класс. Это мы возьмем. Единственное, что я
не знаю точного размера. 43 на 43 это стандартно. Красиво. Ой, а тут вообще ты наш... О, ребята. Не, но она по качеству не очень. А может быть, вот это наш размер. Качество тут плохое. Нам лучше, конечно, вон то. Ну, 60 гривен. Ой, сколько всякой мелочи, всякие коробочки, вазочки. Посмотрите, какая красота. Ну, мне так нравятся вот эти цветочки искусственные. И никаких проблем, не поливают ничего. Класс. Вообще подсвечники. Декор такой интересный. Можно организовать такой себе красивый фонарики разные. Ух ты! Прищепочки прикольные. Коробочки разные. Вот еще искусственные, штучные рослины, искусственные цветочки, лампы, фонарики, лихтарики. Кошики. В эти кошики можно все что угодно сложить. Кошик плетеный, 300 гривен. А вот по 100 гривен вот такие вот, по 90 гривен. Решила две взять, вот такие подушечки на стульчик. Подушка антенн. Ой, такие вот красота. Какая красота, сколько всего интересного. Костик там уже себе рабочее место организовал. Ты себе рабочее место организовал? Да. Будешь делать уроки? Да. Кроватки есть такие разные. А все, ребятки, магазин просто обалденный. Вот надувные матрасы. Сейчас, кстати, очень такая хорошая пора, хорошее время для покупки всякого такого. Ой, то, что на море. Вот насосы по 400 гривен. Вот даже, смотрите, по 175. Большой насос 250. Вот эти, кстати, продукция Интекс, очень хорошая продукция. И круги у нас были, вот матрасы у них тоже классные. Вот цены вообще 450, 400 гривен сейчас. 650 большой матрас, 180 на 203. Хорошая цена. Даже есть кровать надувная, 3000 гривен. А это что у нас такое? А, это у нас коврики по 300 гривен. Кстати, мне надо коврик тоже приобрести на йогу. Мне нужен, я немножко занимаюсь йогой иногда. Надо будет, но надо почитать, какой лучше. У меня коврик есть, но он уже поистрепался. 100 гривен ковричек. Вот, ребят, я так переживала, но прекрасно подошли на стульчики вот эти коврички из Юска. Очень классные. Надо еще парочку купить. У меня вот есть еще. Тут, кстати, друг спит. Еще есть пару таких стульчиков, на которые тоже надо прикупить. Я взяла для пробы только два. Но если бы они даже не подошли, я бы их спокойно сдала в магазин обратно по чеку. Нам дается 14 дней. В течение 14 дней можно спокойненько все это дело сдать. Кто еще не знаком, это наша 17-летняя кошечка Лизочка. Да. Да, вот такая вот старушечка, наша любимая кошечка. Да, очень характерная. А там чирикает ее любимчик попугай, ее дружок.
Вон он, лимошка. Лимончик. Но лимончик у нас молодой. Ему только 2 годика. Но уже очень шустрый. Это он просит, чтобы я ему открыла клетку, он пойдет гулять. Но его прогулки не сильно хорошо заканчиваются.